познать тайны Вселенной для того, чтобы в особой форме, особым языком передать дальше следующим поколениям. Задача каждого из нас. Сама природа или Творец подталкивает нас к этому через неприятности, которые мы зачастую испытываем в нашей повседневной жизни. Наука Каббала обучает, как овладеть универсальным языком Вселенной и Бога, который, между нами говоря, постоянно пытается войти с нами в диалог. А страдания и неприятности – прямой знак того, что мы либо не умеем, либо просто не хотим этого. Так зачем же ждать неприятностей, когда можно без особого труда идти по законам природы? Вот так легко вместе с ним, вместе с Богом в ногу. Овладев универсальным языком корни и ветви, то удивительным образом откроешь для себя удивительную новую реальность и безграничные возможности через наш мир познать мир истины и замысел того самого архитектора, который и придумал нашу жизнь. Смотри далее.